Ребят, всем привет, спецвыпуск Ведьмака 3 Кровь и вино, убийство Детлофа. Мы вчера пытались, но что-то как-то не получилось. Не получилось, так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал и да пребудет с нами сила. Так, давайте посмотрим, что у меня еще раз есть. Так, эликсир, у меня же есть что-то, я же могу это выпить, съесть. Так, это не то. Не то. Тоже не то. Так, отвар не то, интоксикация. Теряет треть здоровья от одного удара, то активируется щит. Да нет, нет. А сколько это раз такое? Нет, не то. Нет, энергии не то, мощь знаков. Но... А я хочу это не... Я хочу это съесть просто. Снижающий энергию восстанавливает здоровье. А интоксикацию как снять? Так, каждый убитый, убитый, так. Замедляет время, когда вы оказываетесь в опасности, действует дольше. Очков адреналина. Интоксикацию до нуля. Отменяет действие других эликсиров, я не хочу это. Ядом, яды, яды, яды. Мой знаков действует дольше. Мгновенно восстанавливает значительную часть. Вот это я снаряжение. Вместо вот этого. Вместо перчика. Так, эликсиры. Масло нанесено. Масло нанесено. Все, погнали. Сейчас с первой попытки как пройду, как... До свидания. А нет, не до свидания. Опачки. Зря, вот зря. Мы бы его убили, и все, и до свидания. А теперь нет, теперь самим придется все это расхлебывать. Я хотел только получить девушку. Схватила, правда? Ой. Подожди, а почему? Вот это. Так, сейчас будет обновление. ХП будет же обновление. А, есть обновление. ХП есть. Куда ты меня бьешь? Мы вчера проще с тобой решали. Стой. Ты меня сейчас ушатаешь. Мы до второй фазы так с тобой не доберемся. На, мы до не доберемся так до второй фазы. Что ж. Ладно. Давайте по-топорному, как вчера проходили, так и будем проходить. Эликсир, все это в задницу, все это и в одно такое прекрасное место. Так, все. Ну теперь я скипмен. Я хотел только получить девушку. Вы обманули меня. Оба. Мы не хотели этого. Молчи. Ай! Броню давай.
Ой, не вовремя, не вовремя вторая фаза. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, сейчас мы эликсирчика жахнем и будем таковы. Я тебя уж не боюсь, я уж тебя столько раз видел. Стоп, стопы. Стоп, эликсиры, эликсиры. Тут я вот такой вот видел, который значительно что-то там все мгновенно что-то там. Да, вот это вот съесть. Вот это съесть. И давать что-нибудь еще там. Черные крови там что-нибудь. Или знаки, знаки. Увеличит мощь знаков, если небо закрыто облаками. Так, увеличит силу атаку. Да, так. Невосприимчивость. Восстановление энергии. Хорошо. Ускоряет генерацию очков адреналина. Время замедляет. Каждый убитый, мы не убьем его. Снижающий энергию восстанавливается. И вот это вот, да! Интоксикация 100%. Если веришь в богов, начинай молиться. Так, хорошо. А! Впитал урон. А, невозможно. Интоксикация. Ты уже тут? Ты где? А, вот ты где. Хорош. Тут просто подальше от него уходим и все. Ой. Щит. Щит. Отходим назад. Стоп, подожди, подожди. Подожди, сейчас, секунды. Погоди. Так, мгновенно восстановит. А я хочу это выпить. А я не могу выпить. Снижает интоксикацию. Хорошо. Вот я хочу вот это выпить. И вот это выпить. А еще выпить. Абдяб-дяб-дяб-дяб-дяб-дяб. Силу атаки. Нет, не хочу силу атаки. Что я хочу? Адреналин, да это не то. Запас воздуха тоже не то. Иммунитет к плесени, точно. Тоже не то, тоже не то, тоже не то. Если небо закрыт, каждый битый противник не то, не то. Тем выше уровень сопротивления. Позволяет видеть нет в полной темноте, увеличивает силу атаки. Это мы, по-моему, уже выпили. Ненадолго замедляет время, не то. Адреналин не то. Нет. 10 дальше. Вот хорошо. Просто беги! Иди, ведьмак! Где ты, ёк-макарёшкин? Почти третья фаза. Нет! Что, не добил? Не добил! Ешь хлеб, ешь хлеб! Жуй мясо! Вот третья фаза, как мы быстро до нее сегодня дошли. Все, минус крылья, минус крылья. Так, если я правильно понял, то сейчас у меня покушает, поцелует, оставит засос. Я ему скажу до свидания. И сейчас надо будет бить сердца, потому что я пересмотрел вчерашний видос, я бил сердца, и хп у него падало. Так, все, галюны пошли, галюны отлично, отличненько. Ну, типа сердца, вот. Жижа,
Жижа, выпала жижа, жижа. Так, погоди, вот теперь стой. Так, а что у меня такое тут? А, это краска. Зачем мне краска? У меня тут финальная, возможно, битва. Возможно. Это не точно, конечно, я не знаю. Но очень похоже, что да. Сопротивляемость ведьмака к критическим эффектам, сокращающим. Так. Не уверен, не уверен. А можно я просто хлеба нажрусь сейчас? Вы не можете делать это во время боя. Я хочу пожрать. Так, интоксикация у меня 91%. 91%. И... огненный взрыв. Давайте на всякий случай. Ай! А почему так больно? Ласточку нельзя есть. Да беги ты! ХП восстановилось. Ой, нет, нет, нет. Махач — это худшее, что можно было придумать. Ой-ой-ой, я сейчас, наверное, отлечу опять. Погоди. А почему у меня... у меня ХП тратится? Я не пойму, у меня ХП тратится, да? А так можно было? У меня реально тратится ХП, да? Ай-яй-яй, вот это было вчера, вот так вот. Пожалуйста, живи, ведьмак, живи, ведьмак, живи. Пожалуйста, еще одно сердце, да сколько... Так, я буду кругаля делать. И на каждом круге буду по одному-два раза. Я нашел стратегию против тебя, хлеб поем. Круговерть. Так, ну нормально, у него уже чуть-чуть. Нет, прям не будем испытывать судьбу. Так, знак. Броня! Хорош! Оп, хорош! Давай, давай! А может это последнее сердце? Я вот не понимаю, у меня энергия ХП падает или нет? Так, обновили, обновили броню. Ух, хорош. А что это за зелье такое? Что я выпил? Блин, ему на последний пендаль осталось. Ну давай, господи, ну сдохни ты уже. Он сдох? Он сдох? Он сдох? Пожалуйста, умри. Это какая, вторая или третья была попытка? Сила, мощь. А так, а друг-то у нас там в кирпичах остался.
Так стой, я же не могу убить великого вампира. Он же великий вампир, он же сейчас в дымок и все. Иди добей, сделай дело. Выпусти коготь и добей своего другана. Друг, сделай вот тяжелый выбор между друзьями. Ке-ке-ке. Иди, он сейчас срастется, ёкарный компот. Он уже регенерит. Ну блин, ну добей его, будь ты человеком. Будь человеком, добей его. Что, опять? Я им займусь. Уйди. Я не могу. Быстрее. Да ты... А вот как мне тебе доверять? А если ты его освободишь в итоге? Ты ему жизнью обязан. Он сейчас сам так уже превратится. А за что, прости, ну сам виноват, сам виноват. О, похолый мужик. Ну, нормально же мы придумали, наверное. А может, ненормально, я даже не знаю, хорошая это или плохая концовка, концовка или это вообще. Так что пишите в комментарии, хорошая это концовка, плохая, что надо было сделать далее. Полученного опыта 1000. Ну и ну. А тебе идет эта одежка. Отстань, я выгляжу как шут. Кафтан пошит по всем правилам портновского искусства. Из лучших материалов. Так, это что, финал, наверное, да? Оценить нужна хотя бы крупица вкуса. Даже совершенное одеяние не скрывает недостатки воспитания. Я привык. Не будем спорить о вкусах, друг. Спорить о вкусах. Это неинтересно и продуктивно. Присутствующий здесь ведьмак органически не переносит официальных мероприятий. А такой ему как раз предстоит, являя для него источник постоянной тревоги. Не относите на свой счет его поведение, мастер. Он раздражителен, ибо его бьет дрожь ужаса. Он терзается, что не сумеет достойно повести себя в присутствии ее милости княгини. Я не удивлен. Я тоже не удивлен. Иначе орден Витис Винифера, высшая награда Тусента, требует соответствующего обрамления. Ну да. Не следует ожидать, что княгиня украсит им панцирь, замызганной кровью и грязью. Да красивая у меня броня. Значение придается форме. Традиция, этикет. Бла-бла-бла-бла-бла. Традиция, которая ценит видимость превыше всего. Весь этот великосветский блеск и ложно понимаемый. Щедрость, кстати. За последнее время я достаточно наслушался о щедрости и... прочих добродетелях. Мне они тоже не дают покоя. Последний из добродетелей — сочувствие. Единственный недостающий элемент. Ты внезапно поверил в теорию пяти добродетелей? После всего, что мы узнали? Это не вопрос веры, суеверий или прочих народных преданий. Тут дело в чистой логике. Сиана, так как тут последний-то? Если бы мы ее не остановили, была бы и пятая жертва, чью смерть связали бы с недостатком сочувствия. Сестра, сестра. Я послал посланца, который вручал мне приглашение на церемонию. Сиана во дворце, в уединении. Под давлением дворян княгиня заточила ее в башне. Нет сочувствия. Хочу узнать, кто еще ей мешал. До начала торжества мы бы успели поговорить с тем сорванцом, с чистильщиком. Это он доставлял Детлофу письма с фамилиями. Может, мы что-то просмотрели? Ты прав. А, неплохая мысль, но встретимся на месте. Может, это и правда? Стоит проверить. Встретимся у будки чистильщика. Ладно, я подожду тебя там. Немного поболтаю с этим симпатичным юношей. Вы собираетесь уничтожить мой шедевр, шляясь по каким-то чистильщикам? Да.
Я буду осторожен. Согласен, я буду осторожен. То есть без драк, без драк. Все, ребят, а вот это вот мы уже посмотрим сегодня вечером на стриме. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Ссылочка на плейлист, на эту серию, предыдущую и на то, что будет. А я думаю, что это будет уже финал. Я практически уверен в этом. Все в описании под видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписочки. Всех обнял, всех приподнял. Все, пока-пока-пока.